Приветствую вас, и для того, чтобы ваша жена, если я правильно понимаю, не верила своей маме, нужно сделать так, чтобы мама оказалась дискредитированной в глазах дочери, то есть чтобы дочь с одной стороны увидела, что доверия тут нет, да, то есть что мама, ну, в действительности не такая, какой она себе ее представляет. И чтобы дочь также увидела бы перестала бы видеть для себя выгоду в том, чтобы ей верить. Постарайтесь понять, что доверие к маме формируется и развивается очень в раннем возрасте. И убрать его довольно сложно. Во многом потому, что человек может этого не хотеть сам. Ну, то есть у него может не быть такой потребности в том, чтобы перестать верить своей маме, например. И если у человека нет такого желания, то что бы вы ни делали, вам не заставит разувериться его, ну, то есть человек, не заставит разувериться его в том, что мама там, ну, какая-то, просто какая-то, что вот она там какая-либо. Это нужно понимать очень хорошо. Но поскольку человек взрослый, ваша жена взрослый человек, то можно обратить внимание на те цели, которые она преследует. Ну, я имею в виду именно ваша жена. Чего она хочет? Что ей нужно? Вот, можно постараться обратить внимание на эти вещи. И если вы это сделаете, то есть если вы ну, постараетесь помочь своей жене сопоставить, ну, значит, то, что она делает,
то есть ее цели, ее жизненный план, например, с тем, что она получает, ну, допустим, от своей мамы, например, то у вас появится возможность показать маме, что для показать твоей жене, что для достижения целей жены совершенно не обязательно, ну, совершенно не обязательно мама. То есть мама, она как бы может участвовать, да, а может и не участвовать в том, что делает ваша жена. И на мой взгляд, это хорошее, основа для того, чтобы потихонечку разубедить вашу жену верить своей маме. Вот. Сейчас, пока она это делает безоговорочно, вот, но если вы стараетесь донести до нее вот эту простую мысль, что своих целей можно достичь без обязательного участия мамы, то я полагаю, многие вещи станут, ну, как минимум, более доступными для вас, более доступными для, возможно, даже нее. Вот. Но опять же, как это видится мне, то есть я всей истории, конечно, могу не знать. И тут, конечно, важно было бы, чтобы вы, ну, побольше рассказали бы о своей жене и о вашей свекрови и о том, почему вы хотите, чтобы жена перестала верить своей маме. Какой ваш интерес в этом? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!